Начиная с 9 августа нынешнего года, белорусская оппозиция и очень значительная часть белорусского общества, включая, кстати говоря, и изрядную часть рабочего класса Беларуси, ходят на митинги, размахивают флагами и плакатами и требуют отставки Лукашенко как не настоящего, нелегитимного президента, фальсифицировавшего выборы. Ходят они упорно, надо сказать, активно. Но Лукашенко игнорирует все это и остается на своем месте. Тем временем в Бишкеке, в Киргизии, за одну ночь толпа очень агрессивных молодых людей побила местный ОМОН, захватила правительственные здания и сменила власть. И, естественно, в Беларуси возникает дискуссия, как, кстати, и в России, а кто поступил правильно. В общем-то, в Бишкеке вроде бы все решили быстро, просто. Ну и, кстати говоря, не с такими уж большими жертвами, хотя жертвы, в общем-то, были. Но беда в том, что повторить уже задним числом киргизский сценарий в Беларуси не получится, потому что такие вещи или делаются сразу, или не делаются вообще. Поскольку вот этот вот стремительный внезапный напор, который случился в Киргизии, был результатом действительно одномоментного стихийного взрыва плюс быстрой мобилизации даже не столько оппозиционных сил, сколько массового народного недовольства, конкретно именно в столице и в ее окрестностях. В Беларуси, конечно, такой момент тоже был. Это было примерно между 12 и 14 августа, но этот момент упущен. И теперь протест стагнирует. Ситуация так называемого катастрофического равновесия, когда Лукашенко не может подавить и уничтожить протест, он не может справиться с оппозицией, ему даже пришлось с ней разговаривать, правда, довольно своеобразно, а именно он привез их то ли в СИЗО, то ли в здание КГБ и там с ними беседовал. Беседовал о конституционной реформе, в которой оппозиция, может быть, даже не выходя из тюрьмы, должна как-то поучаствовать. Ну и, как мы видим, оппозиция и протестующие не могут справиться с Лукашенко. Катастрофическое равновесие, которое на самом деле, скорее всего, может кончиться, опять же, достаточно драматично. Рано или поздно, да, это опять сорвется в насилие, сорвется в жесткие столкновения. Причем с большой долей вероятности их может выиграть уже власть. Однако, даже если власть сумеет подавить уличный протест, она не сможет удерживать себя экономически, социально и даже технически, административно, потому что сидеть на дубинках невозможно. Лукашенко так или иначе придется уходить. Кто придет ему на смену? Это главная проблема, которая должна волновать людей в Беларуси. И это проблема, которая стоит и перед правящими кругами России, и перед правящими кругами Евросоюза. Но решить ее должно именно белорусское общество.